Здравствуйте, друзья! Мы путешествуем по Маврикию на машине уже несколько дней. Заехали в национальный парк Шамарель, в народе известный как Цветные пески. Парк имеет несколько точек притяжения, но в основном представляет из себя глухие джунгли. И вот мы едем по джунглям, и что мы видим? Видим, что джунгли горят. Очаг возгорания вроде не очень большой, но все равно видно, что огонь не контролируется и много дыма. Мы послали вперед разведчика, чтобы понимать, можно ли дальше продолжать движение по джунглям. Разведчик вернулся с плохими новостями. Просвета нет, все в огне. От греха подальше мы развернули машину и уехали с этого места. На ресепшене парка мы сообщили о возгорании. Вот так бывает, горят леса не только в России. Рассказывают, однажды на Маврикии даже пятизвездочный отель наполовину сгорел из-за лесного пожара. Друзья, лайк можно не ставить, видео грустное, я не люблю, когда природа страдает. С вами был путешествующий стоматолог Цукор Сергей, до новых встреч!